Группа испанских банков создала первый в стране блокчейн-консорциум. Согласно изданию ForkLog, в банковский блокчейн-консорциум в партнерстве с консалтинговой фирмой Grand Thornton вошли такие финансовые учреждения, как Секобанк, Абанка, Банки, Каишебанк, Кутшабанк, Аберкаха, Уникаха и Либербанк, которые в совокупности представляют 33% банковского сектора Испании. Создание консорциума даст возможность лучше разобраться в технологии распределенного реестра и исследовать потенциал ее практического применения.